Всем привет! Сегодня такие подробности, такие новости. События из СПЧ. Совет по правам человека. Глава СПЧ был отстранен в связи с тем, что ему исполнилось 70 лет. 70-летний юбилей. Почтенный возраст. И ему пора уйти на покой. Вахту отстоял. Надеюсь, достойно. В связи с преклонным возрастом. Меня вызвали к руководству и сообщили о том, что принято такое решение. Новый глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о том, что митинги, проходившие этим летом в Москве, были с нарушениями и являются неконституционными. Соответственно, в дальнейшем Совет по правам человека СПЧ и его деятельность будет под большим сомнением. Лично у меня сомнения очень большие. Такое ощущение, что работать уже не хотят, что права человека будут ущемляться.